Колькасць вакансій у Беларусі расце, прычым на рынку працы запатрабаваны менавіта высокакваліфікаваныя спецыялісты. Пра гэта заявіла міністр працы і сацыяльнай абароны краіны падчас сустрэчы са студэнтамі Полацкага дзяржуніверсітэта. Ірына Касцівіч з рабочай паездкай наведала Новапалоцк і азнаёмілася таксама з работай сацыяльнай службы. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Ставка на молодь. За ей стабильность экономичного сектора краины, социальные гарантии и демографичной политики. Со встречи с будущими специалистами начала свою рабочую поездку в Новополоцк министр працы и социальной обороны Беларуси. Ирина Костевич звернула увагу студентов не только на основные тенденции на рынку працы. Акцент сделала на демографии. Семья и карьера, на ее думку, понятия сумешчальные. Мы решаем вопросы не только формирования добавленной стоимости, формирования ВВП страны. Это еще и трудовой потенциал, да, это вопросы демографии. Поэтому задача была осветить те вопросы, которые беспокоят сегодня в рамках демографической политики, демографической безопасности, вопросы с рождаемости, вопросы с браками. Вот. Приоритет государства на многодетность, чтобы в семье было больше три и более деток. Поэтому вот те задачи, которые сегодня ставит перед нами государство, ставит президент, очень хотелось донести молодежи. Студенты финансово-экономичного факультета Полоцкого университета цікавіліся не только перспективами развития рынка Украины, питаниями занятости и пропановами наймальников. Молодые люди доведывались и про свои правы, у тым ліку и про магчимости працаўладкавання громадян Украины в Беларуси. То, чтобы стать регистрационный учет в центр занятости и будут ли такие же права, как у граждан Беларуси на трудоустройство. Равные права. Добро пожаловать. Падчас паездкі ў Новапалоцк Ірына Касцевіч наведала тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Яна азнаёмілася з развіццём інклюзіўнага асяроддзя, занятасцю людзей з абмежаванымі магчымасцямі, арганізацыяй вольнага часу састарэлых. Станоўча ацаніла матэрыяльна-тэхнічную базу установы і умовы знаходжання яе выхаванцаў. А здесь ты больше, чем любишь заниматься. Вот такой вот. Тебе кружок больше всего уже не нравится. Шашки, компьютер и уход за Машей. Закраналася и тема повышения у Беларуси пенсионного узросту. Мера необходная, отзначила Ирина Костевич. Что год в Украине снижается колькость занятых у экономицы. Что ж тышится узровню занятости насельництва, министр працы и социальной обороны отзначила. Вакансий в Украине достатково. Важно, как квалификация специалиста отповедала технологиям сегодняшнего дня. Инна Кириенкова, новини Новополоцк.